Андрей, а знаешь ли ты, какой завтра день? Ну, конечно, я, как и все работающие люди, радуюсь, что завтра суббота. Но это не просто выходной. 4 марта и еще день рождения микрофона. 140 лет назад изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон. Узнав об этом, другой известный ученый Александр Белл, тот самый, который придумал телефон, подал на него в суд, потому что микрофон Берлинера оказался ничем иным, как усовершенствованной копией изобретенного Беллом передатчика. Какой праздник у нас в студии по этому поводу. И кого же суд все-таки признал создателем микрофона? Ну, понимаешь, суд стал на сторону Берлинера, а 4 марта с тех пор считается днем рождения микрофона. Прекрасно. Какой же мы праздник устроили нашей уборщице?